Для автомобилистов появились нововведения с начала июля. Изменения коснулись части документов. Вместо привычных зеленых полисов ОСАГО, которые существовали с момента введения системы автогражданки, вводятся новые. По словам официальных лиц, это сделано для борьбы с подделками. Госзнак изготовил необходимое количество новых бланков. Они содержат более сложные водяные знаки, металлическую полосу и другие защитные элементы. Еще одно изменение с июля. Водителям будут выдавать новую медицинскую справку. Ее главное отличие от старой – в ней не будет фотографии. Кроме того, документ не предполагает графы «срок действия». Все медсправки будут годны в течение 12 месяцев.